Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, мы вернулись в Хаус Флиппер, точнее в Гарден Флиппер. Будем сегодня опять чинить сады, косить траву, сажать деревья и надеюсь, что-то интересное еще сегодня мы посмотрим. Спасибо вам за лайки, набранные для продолжения. А теперь, если вы хотите еще одну серию, вам нужно набрать 2000 лайков. Потому что если оно не наберется, значит не так уж она и интересна. Ну, вы понимаете, я думаю, логику всего этого. Давайте же продолжим игру. И не будем сегодня брать задания по ремонту, потому что я уже свое время наремонтировалась. Я, кажется, наиграла в игру 35 часов. Поэтому хочется именно контент попробовать с садом, естественно. Что есть какие-то задания интересные. Привести сад в порядок. Они, видите, помещаются, я так понимаю, таким вот значочком цветочечка. Ну и, кстати, не так много падает. Обратите внимание, там столько у меня писем, и все не про цветочки. Все не про цветочки, все про стены, опять про ремонт, которым я уже и так назанималась, мне кажется, в свое время. Так, ну нужно теперь, я так понимаю, нужно все просто сорняки убрать. Кстати, не знаю, в чем проблема, можно же просто постричь газон, и сорняки постригутся вместе с ним. Не, ну они, конечно, останутся там, вроде как, и появятся еще потом, но можно опять подстричь газон. Это же гораздо проще, чем каждый раз нанимать человека, который будет за тебя заниматься этой работой. Кстати, довольно медитативно. Единственное, что мне бы хотелось... Мы пока делаем все одно и то же, да? Мне бы хотелось чего-то какое-то разнообразие. Например, не только убирать сорняки, засыпать там гравием и так далее. То есть хочется, наверное... Даже не знаю, что хочется попробовать. Хочется... Что еще можно в саду делать? Не знаю, посадить что-то. А, ну, кстати, реально, посадить. Выкручивать сорняки, да и все. Это же получается действительно все. Надеюсь, у них есть что-то, о чем я не подозреваю, что можно делать в саду. Я, к сожалению, не настолько хорошо в этом разбираюсь. Все время, когда я помню, что я убиралась в саду, это было потому, что бабушка сказала. И... Ну, было весело, в общем. Я думаю, все меня прекрасно понимают, те, кто когда-либо в своей жизни этим занимался. Это когда ты вроде молодой, но да, но твоя бабушка кажется тебе более спортивной, чем ты, потому что она может сколько грядок пропалоть и сколько ты. Ты пропалывал одну грядку и такой, ну все, я ушел. С меня достаточно. Хорошо, что, кстати, у меня на карте сорняки отображаются. Я тебе серьезно, в этой траве я бы ее не увидела. Кстати, как эксперимент. Срежется ли одуванчик? А, подожди. Одуванчики тоже убираются. Зачем я тогда убираю вручную сорняки, если это не обязательно? Я не думала. Мне кажется, в будущем можно будет побольше пространства как-то вычищать. Блин, какой огромный у тебя газон. Можно мне газонокосилку получше? Ну, пока какой-то типикл задание. Мне прям надо, знаешь, я там не знаю... опрыскать что-нибудь в саду от каких-нибудь вредителей, во. Вот что можно делать еще в саду, представляешь, вспомнила. Ну, чисто городской житель, понимаешь? Я думаю, что ты тоже не знаешь всего, что можно делать в саду. Если, конечно, ты от этого не фанатеешь, в этом нет ничего плохого. Но меня это не особо успокаивает. Как может успокаивать, расслаблять то, после чего ты лежишь 2 дня? Не, в игре-то оно, пожалуйста, конечно. Слушайте, а зачем я выдергивала сорняки, если это было не обязательно, они и так скашивались газонокосилкой. Почувствовала себя очень глупо я сейчас. Да, действительно, они скашивались. Но это было бы тупо. Это были бы какие-то, я не знаю, брони-одуванчики, если бы они не скашивались. О, очко умений. Так. Можно что-нибудь... О, большая газонокосилка. Большая прям? Нет, а что ты меня обманула? Я что вкачала тогда сейчас? Ах, скоро? А что значит скоро? В смысле, контента нет в игре? Или в смысле, я пока ее не достойна? Что это означает? Надеюсь, что большая газонокосилка все-таки есть в игре. И это не в смысле будущем контенте добавится. А то, представляешь, вот так вот косить ходить каждый раз. Сейчас еще одно задание с вычищением дворика, и все. Мы снова идем клеить обои, потому что это гораздо проще. Зачем я, закончив игру 100%, удалила сохранение и начала все заново? Но в чем была логика? Зачем я это сделала? Я ведь действительно могла не получать уже больше заданий по ремонту домов, потому что мы со всеми расправились уже, когда проходили. И все, и тупо заниматься садом. Хотя они, наверное, все равно появляются в определенной последовательности. Иначе это было бы нелогично. Никто же не знает пока, что я лучший садовник на планете, поэтому, конечно, должно пройти время. Прежде чем все захотят мне платить за это большие деньги. А знаете, что мне интересно? А в дом я могу зайти? Нет! А лимонадик уставшему садовнику? Что, никакого лимонадика? Я сейчас через окно залезу. Ну вот, даже лимонадика не оставили. Фу, какие. Так, остался какой-то сорняк. Да? Какой? Где?
Ты уверен, что остался какой-то сорт? А, вот ты. Нашла тебя. Ну все, я сделала все на 100%. Ой, какое скучное задание. Мне нужен стеллаж для запасов. А может, я тебе что-нибудь... Да ладно, внимание, в окрестности поселился крот. Использую лопату, чтобы избавиться от кротов. Крот. Крот прям? Прям крот? Возьми лопату. А это закончится когда-нибудь вообще, нет? Типа, такое ощущение, что этот крот просто перемещается со скоростью Супермена. Он копает эти новые штучки, я даже не успеваю их выкарчивать. Они не заканчиваются, прикинь. Что? Куда? Ты видел? Это был крот? Офигеть, он просто взял и убежал. Все правильно, беги отсюда. Тебе здесь нечего ловить. Я просто увидела первое в жизни живое существо в этой игре. Вы понимаете? Еще одна деталь для счастья. Надеюсь, я угадала твой пол. Потому что на твоей визитной карточке нету имени, только название фирмы. Какая тебе разница, какой у меня пол? Имеет значение, что ли? Сексистка. Мне кажется, никто бы не обиделся, если кто-то перепутал его пол, просто потому что его невозможно определить по названию компании. Кого сделать-то? Круглая беседка с куполом? Так, беседка. Ага. О, как у меня, как это? Изи-пизи прям, действительно. Я-то думала, это целый день занимает. Видимо, нет. Соединил железяки между собой, все заработало. Ну, какая-то сомнительная. А, ну сюда правильно поставить все. Что надо поставить? Чугунный столик. Чугунный столик. Какой? Оно не скидывается, надо обратить внимание. Заметили? Название, которое я прописала, не скипнулось. А почему вот столик Мено, а кресло Дали? Почему так странно? Непонятно. Раз, два. Ой, как-то я... Что-то у меня с глаза... Ну ладно. Что-то я не очень ровно поставила стулья. Да не, ровно, господи, все равно двигать будут. Завершаем заказ. Игровая площадка вместо паркинга. О, неплохо так. Ну, внуки появились, и все для внуков сразу. А что с этим сделать? А, ну то есть они пожертвовали частью, чтобы вы понимали. Не настолько важны внуки, собственно. Частью только пожертвовали. Своего паркинга. Ну, правильно, а вдруг они еще что-нибудь захотят приобрести из дорогой машины? Нравится, прибыль моя увеличивается с каждым разом, как я продаю их же плиточки. Это как так работает, интересно? Интересно, а прибыль я им отдаю с продажи? Где мы загоняем? На Авито? Блин, она выходит за границы. Мой внутренний перфекционист умирает сейчас. Блин, только сейчас подумала, представляете, родители сказали, мы не приведем вам детей, пока вы для них не подготовите все условия, знаете? Я уверена, что есть такие скотобазы. И родители вот из своих накопленных денег с пенсии делают ремонт в своем саду теперь. Ну, не они его, конечно, ручками делают, потому что они уже пожилые люди, как бы. Ужасное развитие событий в голове я все время представляю. Мне кажется, мне надо придумывать какие-то сценарии. Слушайте, вот меня просто попросили сделать детскую площадку. Я же довыдумывала уже в своей голове, чего только не навыдумывала. Аж страшно становится. Слушайте, как хорошо, что в Хаус Флиппере они все ускорили. Ну, то есть, что реально не по три часа вот эти вот деревяшки опускаются, закручиваются болты в 100 раз быстрее. Уганда. Уганда? Мы должны поместить саму Уганду. Мы теперь... I know the way. Ребята. А, так и должно было быть. Короче, что-то наворотила я это за этим гравием. Неровная полоска получилась. Вот, им надо в игре переделать. Типа, недописано. Может, там что-то вниз... Ну, после троеточия этого волшебного. Типа, можно излечиться там от чего-нибудь. Каждое утро выпиваю чашечку. И троеточие. Знаешь, вот то же самое. Вот это вот. Ну, что это такое? Я же не понимаю. Что за хвойный... Вот этот, может, кустарник хвойный? Да попробуем, не знаю. Пока не посадим, не узнаем. Самое обидное, что пока мы реально его не посадим, мы не узнаем, то это или нет. Аллилуйшка, все задания выполнены. Сколько? 200 тысяч рублей я получила? Иди же, посади же. Ну что, самое время купить дом побольше. Возьму вот этот дом. Не, ну надо же куда-то деньги тратить, правильно? Правильно. О, теперь можно грязь помыть водой. Смотри, не щеткой, а водой можно дом помыть. Это мой дом, хватит там советы свои раздавать, мне нужна спальня. Тебе нужна, может, а мне, может, не нужна. Сама решу, что мне тут надо, а что мне тут не надо. Изменилась чистилка окон. Стало еще более неудобно. Класс.
Прикольно, а что это за штука такая волшебная? С Алиэкспресс, что ли? Я тоже такое хочу. Где купить? Есть ссылка. Ладно, я офис допилю уже за кадром, потому что не будем на это тратить время. Мы сейчас с вами займемся. Давайте все-таки именно мой муж и газонокосилка. Какое интересное название письма. Он подстриг ее клумбу вместо того, чтобы подстричь газон. После трудов мужа в саду полный хаос. От муженек, от криворукий. Ну вообще, ой-ой-ой, фу-фу-фу таким быть. То есть мы сейчас исправляем косяки муженька, который газон-то подстриг? Подстриг. Ну типа, ты просила постричь газон? Да, но ты же не просила не срезать другие растения. Если вы задаетесь вопросом, почему я ставлю плиты именно так, я так вижу. Ну как-то да, я так, знаешь, плиты-то я положила так, знаешь. Интересненько. Мне не вызывает никаких подозрений, ничего. Ой, гамак, это прикольно. Только я бы из него, наверное, вывалилась, как и ты. Кто-то умеет нормально держаться в гамаке вообще? Я их боюсь. Я боюсь, что я слишком расслаблюсь и вывалюсь из него, к чертовой матери, что-нибудь себе сломаю. Меня удивляет, что он работает без перчаток. Почему? Есть объяснение какое-то. Все задания выполнены, все, идем домой. Сделаем из свалки открытый тренажерный сад. Это хорошая, по-твоему, идея? Представляешь, люди на тренажерах такие потненькие. Каев, потеют. Это неожиданно, тут реально целая свалка. Офигеть, здесь столько всего надо сделать. Ну хорошо, такого не было. Мы в первый раз с вами свалку разбираем. Мама родненькая, мы тут надолго. Зин, зачем делать спортзал под открытым небом? Мне кто-нибудь объяснит? А типа, а что, а зимой не будет твой спортзал больше работать? Потому что будет слишком холодно. Чувак, ты не все продумал как-то. Как-то нерационально подошел к бизнесу, я считаю. Ну, он же когда брал кредит в банке, он же пришел, ему рассказали, типа, расскажите там бизнес-план, бизнес-идею, куда на развитие бизнеса дают кредит, именно на развитие бизнеса. И знаешь, спрашивают, на что? Спрашивают, в общем-то, просят бизнес-план, там все дела. Ну, чтобы было понятно, способен ли ты будешь потом выплатить все это дело. Сидит банковский работник, и ты ему показываешь, что ты хочешь спортзал под открытым небом. И все, кредит тебе не дают. Я тебе уверяю, так и есть. А чё так по одной банке, блин? Так я так надолго буду убирать здесь. Вы чё? Серьезно, кому-то было прикольно сюда приходить все еще пить пиво в таком грязном месте и есть пиццу? Что это? А, это лужица! А, на пакет, похоже на пакет. Это я случайно полила здесь землю. Чё, вода не впитается больше? Так и останется? Нет, это все таки не лужа. Это был какой-то пакет. Почему нельзя было продать пакет? Не вижу проблем продать пакет. Что такого? Он просто, типа, инструментом продавать не продавался. Типа, банки пустые продаются, а пакеты нет? Несправедливость. Я подам в суд от всех пакетов за все это. За ущемление чувств пакетов. Что за дела? В присяжных будет сеть мусорный пакет, значит, пакет с ручками, пакет без ручек, пакет из Ашана. А, Паша, понятно. Видите, это игра для размышлений, да? Для того, чтобы ты размышлял о чем-то, думал. Ну, пока занимаешься медитативным делом. Мой мозг не умеет расслабляться, видимо. Он просто несет какую-то дичь. Ну, типа, да, суд с пакетами. Ну, типа, серьезно, Ксюш. Слушайте, ну дайте мне уже усовершенствовать выкидывание вещей, потому что посмотри, как много уже банок-то. Ты видишь, сколько я уже выкинула? У меня уже палец болит. Так, ладно, давайте потихонечку, короче. Почистим всякие загрязнения, все, что нас там просили сделать в первую очередь. А потом я буду смотреть, что мне надо вообще получить на выходе, как бы. Он хочет меня заставить удалить вот эту будку. Но я не хочу. Пускай в ней живет песик. Это будет главным мотиватором бежать по дорожке, например. Рулон, трава, рулон. Распространите траву. Они опять просят распространять траву. Ну что такое? Как это медитативно. Раскатывать рулоны, травы. Смотри, там как будто что-то происходит, смотри. Видишь? Что-то двигается, когда я приближаюсь. Ну как этот песок вообще можно ровно положить? Ну посмотри, я, конечно, стараюсь, но нет. Это все равно не получается так ровно, как я бы это хотела. Конечно, сейчас я подумала, может, о том, надо было вначале песок сделать, а потом рулон газона провести, чтобы ровная линия была. Господи, это самый долгий заказ из всех, что у меня был. Я тебе говорю, точно. Самый
геморройный. Его надо было давать мне попозже, когда я быстрее убираюсь или что-то такое. Это так все медленно. Мне кажется, сейчас я проценты срезаю с песка. Значит, я могу выровнять все это уродство? Честно? Прям можно? Прелесть какая! Ну хорошо, ладно, ладно. Теперь я довольна, я успокоилась. Сейчас, мне кажется, мой внутренний перфекционист просто сдастся. Такой типа, ты знаешь, я не вижу никакой проблемы. Абсолютно. У меня нет денег, прикинь. Нет денег, чтобы закончить заказ. Как неожиданно получилось сейчас. Неловкая ситуация, не могу. Так, ну тогда мы его, наверное, просто продадим. Офис, правильно? Принять предложение. Я этот сарай даже не доделала. Переходим обратно в заказ. Ну все, лямчик заработали. Прикинь, вернулись домой. Подняли еще лямчик. Стало хорошо. Вибро-платформа. Что сделать? Каково вибро? А, это уличный тренажер. А, это типа площадки. Понятно. Короче, как-то так я все это сделала, поставила. Что еще надо? Уложи бетонный куб двойное. Бетонный куб двойное. Бетонный куб двойное. Вот это? Ничего себе, опять же мы как гигант Халк и просто нереально крутой человек сажаем деревья сами. Своими руками, не прибегая к помощи ничего, ни подъемников, нам не нужно ничего. Понимаешь? А почему здесь газон не надо было сделать? Здесь некрасиво выглядит без газона. То, что мы сюда деревья засадили, не делало это более симпатичным. Теперь как-то обидно стало. Что там я так старалась, а здесь даже задание нет газон положить. Но на халяву я ничего не делаю, поэтому как бы... Нет, так нет. Мне кажется, меня закрыли два растения, я отсюда больше никогда не уйду. Я вышла за забор. Ничего не видела, никто этого не видел. Все в порядке, никаких багуль. Ну что ж, возможно, мы что-то с вами не доделали. Вот, например, стойку для велосипедов можно поставить. И в целом это можно закончить. Стойка для велосипедов, купить несколько. Куда их надо поставить? Сюда? Раз, два, три. На этом я закончу это задание. Слишком оно было сложное, долгое и муторное. Поэтому на этом мы закончим. Да и вообще на этом мы сегодня с вами серию закончим. Не забудь, 2000 лайков, если ты хочешь увидеть продолжение. Если не наберется до конца недели, значит не будет продолжения. Вот такие вот пирожки. А с вами была Алиса Ролс, это был Garden Flipper, дополнение к House Flipper. Обязательно ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся в других роликах. Пока.